Проводим эксперимент. Вчера наконец-то пришли наши формы для желешек. Это у нас моя старенькая форма. Взяли вот тут дракончика, вот побольше, конечно, будет. А вот эти мишки, не знаю, выковыриваем мы их или нет. Выпьем, мани-пусеньки. Но желе сделали апельсину, апельсин, желатин, точнее сок с апельсина. Желатин и немного сахара добавила, буквально ложечку. Сок из двух апельсинов. Дала набухнуть желатином. Чуть-чуть его подогрела, чтобы только растаял желатин. И чтобы не потерять ценность витамина С и всего прочего. Разлила по форме, сейчас отправлю в холодильник и будем смотреть. Ну уже, вот он липнет. Надеюсь, застынет хорошо.